Всем привет, дорогие зрители! Я сегодня поехал в район Кестель к люксовому проекту, который называется Oxopia Residence. Вот такой качественный проект здесь. Даже скажу, самый лучший проект в районе Кестель на данный момент. Она состоит из двух блоков. Блок Б и блок А. Первая береговая линия. Это блок позади первого блока. Квартира, которая продается в этом проекте, 2 плюс 1, находится на четвертом этаже. В той стороне у нас море. Позади меня, в той стороне, есть магазин, маркет большой, MM Migros. Также рестораны, четырым и тому подобное, все поблизости. Здесь вот такой вход, охрана, также видеонаблюдение 7/24. Есть открытая парковка и крытая парковка. Очень просторная внизу она. Я в этот блок вернусь потом. Так, вот здесь вход в крытую парковку. Элитный проект в Алании. Роскошная квартира. Кому все нужно, все находится в этом проекте в районе Кеста. Не буду переувеличивать. Вот. Качественный застройщик. Я сам раньше работал в этой компании, которая называется Oxa Construction. Здесь у нас лесенки, которые спускаются вниз. Покажу сперва инфраструктуру этой стороны. Потом вернусь в блок Б. Вот такой бассейн. Где-то 20 метров в длину, 8 метров в ширину. Есть вот такой аквапарк. Ухоженный сад. Айдат у проекта, кажется, 40-50 евро. Точно не помню. Там у нас площадка для спорта, потом вернусь. Вот такое здесь лобби. Сюда установили PlayStation. Здесь бильярдный стол. Идемся дальше. В этой стороне у нас детская комнатка. Хобби музыкальная. Ага. Здесь комната для музыки и хобби. Такое интересно будет. Только у них вот такое. Вот такие санузлы. Здесь у них кинотеатр. Вот такой кинотеатр. Шумоизоляция все есть. Вот у нас детская комнатка. Вот такая интересная детская комнатка. Даже кухня есть для девочек. Какой теннисный мини-стол. Даже самому захотелось поиграть. Здесь у нас также проход. Сейчас выйду я к пляжу. Это вот первая береговая линия. Пляж в Кестеле где-то скалистые, где-то уже вот эти скалы изиты. Вот море, дорогие, если дорога и море. Расстояние от блока П до воды Средиземного моря 100 метров максимум. Кого интересует недвижимость в Турции, а именно хочет купить квартиру в Алании, обращайтесь на любой бюджет. Есть люксовые квартиры и проекты, есть у застройщиков на котловане, для меня есть хорошие скидки от этих застройщиков. На рассрочку беспроцентную. Есть бюджетные варианты от 33 тысячи евро и выше. Здесь у нас теннисный стол. Сейчас крытый бассейн тоже покажу вам. Вот такая зона для спорта. Видите, как качественно все сделано.
насчет Айдата потом точно уточню. Вот такая детская игровая площадка. Там есть также качели. Хочу еще раз отметить, что застройщик качественно строит. Можно сказать, что на вторых-третьих местах в Алании по качеству. Крытые бассейны, то есть крытые парковки не буду показывать, потому что туда надо спускаться, но там вместимость где-то 20 машин минимум. Вот здесь такой ресепшн, типа вход. Начну я с скрытого бассейна. Вот такой крытый бассейн. Очень просторный, где-то 18 метров в длину, 5 метров в ширину. Вот такой фитнес-зал. Много оборудования. Здесь раздевалки, душевые кабинки. Вот. Здесь у нас массажный стол. Вот. Включим. Здесь сауна. Такая интересная вещь. Стекло, что ли? Керамик. Такой вот санузел. Здесь у нас римская парная комната. Угу. Здесь турецкий хамам, что-то не знаю, свет. Поднялись мы на четвертый этаж. Вот такая здесь площадка. Все из мрамора. На этаже у нас 6 квартир. Вот квартира номер 22. Ключи от этой квартиры у меня. Так что обращайтесь. Хозяин близкий друг, живет за рубежом. Если желаете купить, то он сразу приедет. В этой квартире 105 квадратных метров брутто. Вот такая планировка. С левой стороны гостиная, совмещенная с кухней. Здесь хозяйская спальня с санузлом, а здесь дополнительная спальня. С правой стороны у нас общий санузел. Такой просторный, не маленький. Качественно строй материала. Цвет дверей это болотный такой, с серым цветом. На глаза вообще вот так. Здесь во всех санузлах теплые полы. В двух санузлах теплые полы. Здесь у нас керамика, в остальных комнатах ламинат. Вот такие качественные стройматериалы, систем фирма. Здесь у нас спальня с таким видом на горы. Если даже здесь что-то в будущем построят, у вас по-любому вид на горы останется. Вот. Там маркет, фруктово-овощной магазин, в той стороне M&M Migros, вот оттуда видно. Все в шаговой доступности, также ресторан. Вот эта спальня, 11-12 квадратных метров. Высота потолка почти 290 сантиметров. Установлены качественные кондиционеры фирмы GRI. Здесь вот такая просторная прихожая. Я туда еще вернусь. Вот такой цвет еще раз покажу. По камере не видно, но очень красиво. Вот санузел хозяйской спальни. Тоже просторная. И вот это спальня наша хозяйская. 12-13 квадратных метров с тем куском. Здесь алюминиевые окна и двери везде. Термопаке, последняя модель. Никакого шума. Здесь у нас просторный балкон, также выход отсюда есть, но я выйду с гостиной комнаты. Домофон тоже есть. Вот здесь у нас встроенный такой шкафчик. И вот такая гостиная комната. Здесь где-то 22 квадратных метра, совмещенная с кухней. Вот такой дизайн у мебели кухонной. Здесь все с доводчиками.
внизу у нас установлен проточный водонагреватель фирмы Veito. У нас столешница гранит, такая блестит. Можно купить бытовую технику и полностью обставить мягкой мебель. Обойдется вам минимум для такой люксовой квартиры где-то 6 тысяч евро. Кондиционер фирмы GRI 18000 BTU. И вид покажу, самое главное в этой квартире. Вот, панорамные двери. Шумоизоляцию хочу показать. Шума нет. Вид на море. Насчет этих банановых кустов. Здесь эта компания хотела построить еще два блока, но хозяин сказал, что я пока живой, никто его не продаст. Так что здесь пока что 5-10 минимум лет никто строить не будет. Хозяин молодой, где-то 50 лет. Вот такой. Там парк, если видите. Я пляж не снял, потому что времени нет туда идти. Там большой парк, который установил муниципалитет Алани, фонтаны, водопады. Очень красивое место, именно центр района Кестель. Это элитный район. Здесь цены высокие на квартиры, так как застройщики строят максимум 6 этажей. И близость к центру города здесь ближе, чем другие районы. Допустим, Махмутлар. Вот такой очень просторный балкон. Вот, дорогие зрители. Можно подвести итог. У меня тут клиенты. Так, дорогие зрители, проект только сдан в эксплуатацию, как месяц. Инфраструктуру вы уже увидели. Айда в пределах 40-50 евро. Цена этой квартиры 128 тысяч евро. Это крайняя цена. Тут таких цен нету. Все выше. И все продано. Мало осталось. Там дуплекс один остался. Внизу была одна квартира 125 тысяч евро. Она тоже продалась. Первый этаж. Все, обращайтесь по номеру, который указан в описании и в профиле. WhatsApp, Telegram, Viber. С вами был мистер Мачо из солнечной Алани. Район Кестер. Всем счастья, добра, здоровья, благополучия, радости и побольше улыбок. Всем пока-пока.